Зачитываю следующий вопрос, он очень коротенький. Добрый день, хочу открыть ваше представительство в Украине. Хочу получить консультацию. Очень коротенький ответ на коротенький вопрос. Вы можете обратиться ко мне, можете обратиться к Максиму, он занимается у нас развитием, его контакты есть на сайте. Мои контакты, я говорю практически в каждом видео, они также есть на всех наших сайтах. +1 347 265 61 86, Viber, WhatsApp. Зайдите в раздел «Партнерство» на сайте, там очень подробно рассказано, как стать нашим партнером. И мы вас всему научим, вы можете открыть офис под нашей торговой маркой, либо под своей торговой маркой, но использовать наши технологии. Контакты ваши добавим на все наши сайты, обучим, расскажем, поможем, дадим копию нашей лицензии. Так что смело начинайте работать с компанией «Русская Америка». В Украине вы можете использовать наш бренд, второй бренд, который называется «Американский визовый центр». Вы также можете изготовить свой собственный сайт, можете пользоваться нашими сайтами. У меня очень много есть видео по поводу франчайзинга. Мы каждую неделю проводим вебинары для франчайзеров. Есть закрытая группа ВКонтакте, куда вы будете тоже добавлены. И там будут эксклюзивные для вас видео, которых вы не найдете на канале никогда. Эти видео только для франчайзеров снимаются. Там как раз секреты бизнеса мы рассказываем. Так что смело добавляйтесь к нам и начинайте работать с компанией «Русская Америка», «Американский визовый центр».